Здравствуйте, мои сладенькие пирожочки. Сегодня мы с вами поиграем в 5 ночей с Фредди. Вышло это чудо 17 декабря, буквально недавно. Что-то новенькое, что-то свеженькое. Интересно, что будет по графике здесь, а по сюжетику. Весело оно, между прочим, 50 гигов. Наверняка там сюжета будет достаточно. Ну что ж, давайте с вами начнем. Уже пора выступать? У меня возникла неисправность. Цикл зарядки не завершен. Ты можешь заткнуться? Кто это сказал? Это я. Я здесь, внизу. Где внизу? Я тебя не вижу. Ладно, слушай. Пока ты спал, я открыл люк у тебя на животе и забрался внутрь. Люк на животе? Это место предназначено для больших праздничных тортов и пиньят. Это не место для игр. Так, выйти из Фредди. Ну и шо? Вот ты где. Сканирование завершено. Как странно. Твой профиль гостя мне не знаком. Кто ты? Я... Грегори. Грегори, я сообщу об этом в главный офис. Ошибка подключения. Мне не удалось подключиться к основной сети. Это она. Она отключила тебя. Она не позволит тебе вызвать помощь, пока не найдет меня. Кто? Кто тебя ищет? Твоя мама? Я слышу шаги. Так, посмотрите в окно. Что тут у нас? Это сотрудница службы безопасности, она поможет? Нет, нет, я ей не доверяю. Почему нет? Я не знаю, кто она, но она пытается поймать меня. И вообще, ты можешь говорить не так громко? Возьми это. Это сувенирные часы Фаз Фредди. Забрать часы, ну-ка. О, часы! Алло. Что это было? Я отправил тебе зашифрованное сообщение. Так, нажмите тэп. Привет, Грегори, это я, Фредди. Я провожу тебя до главного входа. Однако я не могу покинуть эту комнату. Тут есть кнопка, которая открывает сервисный шкаф. Но я запрограммирован не замечать ее. Она должна быть где-то рядом. Окей, задание, карта, камеры. О, тут камеры и карта. О, халява. Так, освободить Фредди, найти кнопку. Где-то здесь, значит, в комнате мне надо найти кнопку. Да? Нажать тап, чтобы открыть часы. Погодите-ка, мне тут что-то показывает, да? Вот тут, вот тут. О, так это есть так просто? Серьезно? Окей. Нажать. Освободить Фредди. Выпустить Фредди из комнаты. Отлично, Грегори. В ремонтном помещении есть открытая шахта вентиляции. Тебе нужно проползти через систему вентиляции и выпустить меня снаружи. Окей, ушки. Ё-моё, как тут страшно. Слушайте, а прикольная такая такая графа. Здесь довольно темно. Там нет ничего страшного. У тебя все получится. Да ты прям читаешь мои мысли, чертила. Блин, слушайте, прикольно, прикольно. Это что такое? Мусорное ведро? Я могу бегать? О, я бегать могу. У меня даже есть это. О! А чё дверь закрылась? А чё темно-то так? Не, темно, если честно, очень сильно. Задание. Выпустить Фредди из комнаты. А чё для этого надо сделать? Что мне нужно сделать? Слушайте, темно очень. Ни черта не... А! Ты чё? А, она открывается автоматом. Всё, понял. Ну и куда ты палишь? Вот так вот, вот так вот, вот так вот, все, лезем в вентиляцию. Надеюсь, тут меня ничего не скриморнет. Ты сегодня великолепно выступал, спасибо, твои волосы прекрасны. Окей, а можно что-нибудь сделать с яркостью, потому что вообще ничего не видно? Так, что-то подкрутило, стало, кажется, получше, в разы лучше. Жесть, я теперь хотя бы вижу, как удобно. Интерком, люди и джентльмены, благодарим вас за внимание и надеемся, что вам понравилось наше шоу. Фредди группы довольно сильно устали, но они вернутся на следующей неделе после нескольких дней планированного их обслуживания. Ждем вас перед нашим зданием, где вы получите сувенирные очки, купон на бесплатный. Стакан лимонада, где вы подпишете юридический документ, освобождаясь от ответственности за все происшествия. За все происшествия. Ты чё? Чертила. Требуется уровень доступа 3. Так, где мне эти уровни доступа, интересно, взять? Привет. Ты меня ждешь? Блин, что-то какие-то подлаги. Ох, тебе понадобится пропуск с фотографией, чтобы открыть дверь. Прости, я думал, что он у тебя уже есть. Скорее всего, его можно найти у прилавка с едой. А где прилавок с едой? А где прилавок с едой-то? Я не видела прилавка с едой. Ребзи, я очень долго бегала, и наконец-таки я нашла, куда мне идти. А тут, я так понимаю, покупают билетики. Билетики, мой пропуск. Здравствуйте. Я бы, наверное, еще чуть повысила яркость, потому что, ну вот тут я вообще ничего не вижу. Опа! Не сильно изменилось. Тыкаем, 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 ничего не тыкается вообще, ничего не тыкается вообще. Двери сами передо мной открываются, прикиньте, даже не нужно ничего нажимать. Мне сказали, надо идти туда, где кормят. О, подарки, все, я понял. Бамс. Пропуск с фотографией. Ты молодец, теперь выпусти меня, пожалуйста. Хорошо, сейчас мы его выпустим, надеюсь, он будет добрым. А не нападет на нас, ну понимаешь, не знал. О, господи, ты чё? Ух, так держать, звезда, я знал, что у тебя все получится.
Я знаю, как важно вытащить тебя отсюда. Забирайся назад в поле. Время еще есть, но нам нужно торопиться. И если меня заметят, то отведут назад в мою комнату. Я проведу тебя к главному выходу через технические коридоры. Это самый безопасный путь. Ладно, но лучше смотри под ноги. Не хочу, чтобы меня раздавило и скрутило в сосиску. Чуть, вот это халява, конечно. Погодите, я куда-то мог пройти. Туда, куда мог пройти только Фредди. Так, мне сюда. Фига себе, у них тут высокая зда... Что это такое было? Сюда крокодилу нельзя. А почему именно крокодилу? Эй, малыш, если ты тут, скажи что-нибудь. Она внизу, мы должны вернуться. Не волнуйся, Грегори, даже если нас заметят, со мной ты будешь в безопасности. Она не заподозрит, что ты что мы путешествуем вместе. Однако, нам все равно не стоит попадаться ей на глаза. Если меня отправят в мою комнату, мы не успеем добраться до фойе до полуночи. Значит, мне надо аккуратненько идти и не попасться вот этой вот Ванессе, да? Как я туда помещаюсь? Я не понимаю, каким образом? Там кто-то ходит, и мне страшно. Окей, спрятаться. Зачем прятаться? Фредди! Во время блокировки ты должен сидеть в своей комнате. Я не знаю, как тут оказался. Офицер Ванесса. Твоя система дала сбой, и ты сорвал шоу. Теперь специалисты отдела запчастей и обслуживания ограничили тебя по питанию. Говорят, что это мера предосторожности. Извините. Ладно, слушай, до закрытия осталось 15 минут, но тут за кулисами ошивается какой-то мальчишка. Если увидишь что-нибудь, немедленно сообщи мне. Я уже уведомила остальных, а теперь возвращайся в свою комнату. Ты хочешь, чтобы я залез туда? Там же места вообще нет. Куда я залезаю, я не понимаю. Халява, да? Встал такой, заряжается. А что, эта штука везде есть? Бежим дальше, что мы тут интересно найдем? Когда за мной начнут гоняться монстры? Мне интересно, когда за мной начнут гоняться монстры? Мне нужно это сбить. А куда убегать-то? Здравствуйте. Прикол просто в том, что я даже не знаю, куда мне бежать, понимаете? Куда мне туда спрятаться? В толкан, что ли? Я вообще без понятия, куда мне? Что мне делать? Куда мне? Сюда, что ли? Эта область закрыта для посетителей. Жрет мусор. Оп, помоечница. А тут страшно. Монти, вот ты где. Куда мне? Лобби. Так, куда мне? Сюда? Походу, та женщина, охранница, всем рассказала то, что я здесь это... Незаконным путем, так сказать, да? За мной вон бежит целая орава. Отлично, Грегори, ты нашел комнату охраны. Там ты будешь в относительно безопасности. Двери сконструированы таким образом, чтобы защита квалифицированных от чрезвычайных ситуаций, пока двери остаются закрытыми, а они будут оставаться закрытыми, пока достаточно электропитания. Ёшкин ты кот, началось. Ну все, я не знаю, что делать дальше. Что мне дальше делать? Камеры в лобби. Теперь твои часы подключены к системе камерного наблюдения. Квадратики на миникарте — это ближайшие камеры наблюдения. Если датчик камеры заметит движение, ты должен увидеть красные значки тревоги. Переключайся между камерами, чтобы найти безопасный путь из комнаты охраны в главное фойе. Ой, Вот этот самый подарочек. Подарочек, я его не взяла. А эта хрень уйдет, нет? Что мне делать, типа? О, только что она прошла туда. Что мы подарок сопрем? Пиньяточки. Ну что, все, пока она там жрет мусор, давайте мы с вами попробуем. А куда? А где выход? Так. Уходят. Они что, поперли, все? Мега пицца Плекс Фредди Фазбера закрыт. Выполняется запуск ночных протоколов. Нет, подожди. Я все еще здесь. Что же мне делать? Мне очень жаль, Грегори. Ты упустил свой шанс, но надежда все еще есть. Ты можешь бежать, когда в 6 утра откроются защитные двери. А пока продолжай двигаться и попытайся с ним привлекать к себе внимание. Если отсюда есть другой выход, я помогу тебе найти его. Обещаю. О, привет. Он других созвал. Других созвал, придурок. А как он это доказал? Что мне теперь делать? Какие у меня задания? Мои задания. Выбраться. У меня нет задач? Мне что, просто бегать? Вау. Чика Рилли? Жрет постоянно. Всю ночь она жрет мусор? Свинья. Не вижу пока что ничего, что могло бы мне навредить. О, робот ходит, ищет кого-то. Что-нибудь интересненькое вообще тут есть? Пожрать там что-нибудь. Зайти, выйти откуда-нибудь. Я просто без понятия, куда мне от Чики прятаться. А, погодите, я просто могу от нее бегать, да? Что за телепортейшн? Кто хочет конфетку? Сюда можно только персоналу.
Я не понимаю, как оттуда выбраться. Подскажите, пожалуйста, тупому. Вы не поверите, что нужно было сделать? Нужно было просто к этому подойти и открыть. Где женщина эта? Ну все, кабзда, кабзда, она меня найдет, она меня найдет. Смотрите, я такой... Хороший мальчик. Сижу такой в мусорном баке или где я там сижу. Сейчас мы аккуратненько возьмем. Давай, успеть. Все. Здесь работал мой родственник. Говорит, что автомат улучшений можно обмануть магнитами. Отправляйся на фаз-площадку, там через заднюю дверь можно попасть в помещение службы по работе с клиентами. И взять пачку билетов. Буду ждать тебя снаружи, если услышишь роботов, просто спрячься, пока они не уйдут. Ты справишься? Окей, давайте. Найдет? Фига, у нее голова напи... Не-не-не-не-не-не-не. Так, ну все, ну че, где она там? Она пока там стоит в углу. А мы тихенько. Тихенько, короче, тихенько. Чё-чё-чё-чё, тебе показалось, мужик, меня тут нет. Меня тут нет, мужик, тебе показалось. Самое интересное, что тут никого нет. Так, погодите, что тут можно было сделать? Я что-то не поняла, что. А, ща. Я не хотела это делать. Почему она знала, что я здесь? Откуда она знала, что я здесь? Такого! Мое последнее сохранение, вы стёбаете, серьёзно? Не, ну я так не играю. Не, я так не играю, серьезно, я так играть не буду. Капец, ну не все сначала делать? Наверное, на этом я буду с вами прощаться, ребята. Я уже устал. Ну а чё? Ну а чё? Не сохранилось, прикиньте, надо было подбежать сюда и сохранить. Чертилы. Понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А также не забывайте смотреть видео слева и справа. Видео очень интересное. С вами была Фласочка. Всем удачи и пока-пока.